Международный конкурс студенческих стартапов «Бизнес-генерация» – традиционный форум Брестского государственного технического университета. 40 команд из 13 университетов представили свои идеи в различных сферах – от питания, образования и производства до переработки отходов и IT-технологий. Мы проводим международный конкурс стартап проектов «Бизнес-генерация-2024». Данный конкурс мы уже проводим 7-й раз. Если первоначально у нас формат был настроен на выполнение заданий именно наших брестских предприятий, то постепенно мы перешли уже на молодежное предпринимательство и на стартап-движение. В этом году у нас участвуют, скажем так, команды из 14 вузов. Представлена это и Российская Федерация, это команды и из Твери, из Смоленска, из города Москвы. Кроме того, у нас есть команды из Туркменистана, а также из Чувашии. То есть география достаточно большая. Конечно, это также еще и наши белорусские вузы и наш технический университет. Первоначально у нас было представлено более 40 проектов. Это очень большой объем. Мы долго обрабатывали, смотрели, какие у нас могут проекты выйти во второй тур. Ну и сегодня у нас представлено 20 конкурс-проектов. Жюри – преподаватели университета, представители науки и бизнеса. На презентацию своего проекта каждой команде давалось не более 5 минут, а затем эксперты задавали свои вопросы, касающиеся стратегии развития, наличия конкурентов на рынке, аналогов производства и преимуществ перед конкурентами. Наш стартап – учет рабочего времени по биометрической системе. То есть в чем основная суть? Человек приходит на работу или какое-то заведение, отмечается и в табеле 1С сразу автоматически отправляется. Во столько пришел, во столько ушел. Учитывается опоздание, учитываются прогулы, все, весь процесс автоматизирован. То есть не нужен никакой человек, который будет все вручную записывать, вручную следить за этим. Это кратко. Новаторство? Новаторство в том, что мы написали программный код, программу, которая синхронизирует программу Сигур, Дахау там, и другие программу учета рабочего времени с нашим дешевым, но не менее качественным железом. Мы говорили сегодня о мастерской сувениров и подарков персонализированных, именно различные матрешки, но с уникальным дизайном, доски разделочные и другие сувениры. Чем ваш стартап отличается от других похожих производств? Концепция нашего производства будет состоять в том, что у нас, например, на самой матрешке будет изображение каждого члена семьи. И то есть это будет отличный подарок на День семьи, на годовщину, либо как презент на любой праздник. Или как вариант можно будет взять ребенка разного возраста, допустим, год, 3-5 лет. И так он будет смотреть, как он рос. Студенты представили яркие креативные презентации. Такая площадка в формате живого диалога позволяет не только разработать новые решения, но и позволяет услышать, что волнует молодежь сегодня. Какие направления бизнеса они считают перспективными и в каких готовы творить и развиваться. Василина Вуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.